сейчас у нас время дебютов. Мы такая незакрытая. У нас общество, мы всегда рады дать шанс кому-то новому. И сегодня попробует в наши ряды наших резидентов влиться замечательная девушка, интересный поэт, которая тоже очаровала нас высокими вибрациями. Кристина Усова! Поддержим! Благодарю. Позицию свою выражу, наверное, в подборке сегодняшних стихотворений, которые я вот так вот подобрала. Но скажу лишь, что у меня позиция 50/50, то есть я все подвергаю сомнению, вот, но склоняюсь все-таки, наверное, чуть-чуть с перевесом в сторону, что все-таки выбор есть. То есть есть какая-то некая данность, предопределенность, судьба, да, как кто это все называет, но при этом мы можем этим управлять. Вот, то есть что-то подкорректировать и сделать какое-то, надо нам это или нет. Вот. Я тебе говорю, в этом классе. Время приходит, уходит, вертится, веретено. Вира, майна, несите лестницу, чтоб колесо не ушло на дно. Смеялись покрышки вечности, с мельницы на демисезон. И только в глазах смотрящего башня Армагеддон. Только в глазах смотрящего лестница вкривь, снова вкось, наверх. Карма — духовная практика и сострадательный смех. Люди приходят, уходят, вертится веретено. Ноль, монитор, окно. Ровесники вносят лестницу. Время нести колесо. Здесь каждый из нас зеркало времени и колеса. Нас ведь вечности любят, поэтому в случайностях и чудесах. Мир, он один за всех, и все за него в ответ. Колесница и есть лестница, а спится ее человек. Век от век, век от век. Теперь я буду читать и кидать вот этот замечательный приз. Главное не упасть потом за ним. Да. И это, и то. На нет все сойдет. Неважно, откуда оно происходит. Ведь, как написано, и это пройдет. Вот только оно, что и делает, так это проходит. Проходит на наших глазах в очередную эпоху. Войн, эпидемии, смут, перемен. Неважно, кто какому молится Богу. Мир перегружен от всем ему данным взамен. Сервер завис от битв информации на фоне... Сервер завис от битв информации на фоне регресса скачков технологий. На фоне лживых, пустых аффирмаций в защиту еще не изученных в них патологий. Правды нет ни в одном утверждении, не существует ни одной из сторон. Мы все пребываем в одном заблуждении, в которое свернут земли эмбрион. Мы можем что-то корректировать своей какой-то силой воли. Вместо имен названия, вместо цветов слова, подбирая всему сочетание, чувствуешь, жизнь жива. Слышишь оттенки, видишь звуки, палитры вибраций, движений и струй. Так невидимых нитей касаются руки, и в воздух летит поцелуй. Так внутренний свет управляет внешним, вбирая в себя осколки матриц. И никто не властен над тобой прежним, ведь сила в тебе и ни в ком иначе. Так стыкуются люди на одной подаче. Проявляемся мы, раскрутив поток, и оттенками звезд пылая
все ярче в сочетаниях созданных строк. Ну, если еще одну последовательность, у меня есть еще минутку. Такое тоже поймете. В какие дебри подсознания спуститься за своей душой готов в пустыне мироздания, рожденный жертвовать собой? С кем преломить способен хлеб заблудших странствий виночерпи, познавший внутренний эреп посредством божьих изречений? Возможно, с теми и готов, кто от его бессмертной плоти вкусить спасительный глоток способен силой, веры, волю. Спасибо.